Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий и Барсучок 102. И мы записываем МТА. Четвертую серию. Так. Так, ну, я, короче, давай покажу. Да, вот. Вот у меня это бэха. У меня 740-я бэха из бумера. А вот у Дмитрия этого. Мерсик кабан. В140-й. Причили, ну что? Блин, я улетел. Да, давай за мной. Прощай. Ну что, погнали? Сейчас тоже погоду. Что, валим. Вау. Ну так что сегодня будем делать? Я настроил машину, а это не. Ну что сегодня будем делать? Да не знаю, просто кататься так, у меня уже погода. Да. Мы балуемся, да поедем просто посмотрим на город. А, у меня есть идея, короче, давай. Открывай, нажимай F1, открывай карту. Ага. Открыл? Да. А это сейчас. Это как бы тебе сказать? Ну ты знаешь где, да? ты знаешь где это, где начальный город самый, где да, там? Да, GTA San Andreas. Да, где там самая первая миссия есть? Знаешь же, да? Да. А ты знаешь там такое большое здание, такое круглое? Да. Купил, видишь его? Да. Там такая трасса, и нам нужно туда проехать. Чё, прям у нас... Нет, ну давай, чё? Прям туда. Возьмем сейчас стоковые тачки ненастроенные. Я только цвет поменяю и всё. Я не настраивал тачку. Короче, сюда встаем, сейчас, подожди. Сейчас, со мной, сейчас. Случилось... Ты что-то у меня и так уже в ладно? Просто у меня точно нормально? А можно ты пыхнуть туда, за секунду дождь первый? Да нет, ты пыхнуться нельзя, мы же гонки, типа, все по правилам. Сейчас. Значит, у меня призываешь поблизости, а на меня падает сразу. Ладно, все, сейчас встанем на трассу и погоним. Сейчас, подожди. Давай. Ща. Ах, блин. Стоп. Давай, погнали. Сейчас. По железной дороге будем. Шпарить. Да, по железной дороге будем шпарить. Сейчас только как на нее выехать нафиг? Я знаю. Вон там. Давай сюда. Вот это, идите ко мне. Вот сюда, давай ко мне, вот сюда. Нифига себе. Не, лучше не буду. Сейчас на 1, 2, 3 погоним, давай. Встаем на железную дорогу. Да, сейчас почему? Проезжай сюда, вот сюда. Вставай. Давай на 3 звонка сейчас. Раз, два, три. Давай, погоним. У тебя тачка лучше валит. Ах ты, хорошая. Да ты ее поднастроил. Я не поднастроил, честное слово. Ну ладно. Я
Гоним, гоним. Что ты виляешь, блин? Да не знаю. Я колесико хочу, чтобы меня подбрасывали. О-о-о, я лечу, я тебя обогнал. Я блин, как я тебя так обогнал? Я вылетел. Как ты вылетел? Так, друзья, мы взяли с Дмитрием одинаковые тачки. Как вы видели это, я чуть-чуть оторвался вперед, так что я буду стартовать на это, на корпус, на пол корпуса вверх. Дальше от тебя. Сейчас катки тоже возьму. Прокачка. Все. Катули взял. Так, раз, два, три. Давай, все, поехали, поехали. 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 Да ладно, что ты? Да ладно, я тебе уступлю. Сейчас, вот я запустил газ. Отпустил. Все, а теперь... Ах, ты куда обгоняешь меня? Так, блин, а нафиг мы по такой дороге едем, если можно по нормальной ехать? Нифига. Ах, блин. Кто будет быстрее? Ага, я первый. Так, что не забыл, нам до первого дома надо. Все, я чуть-чуть остановился. Ах ты, давай. Сейчас подрезать ее буду все это время. Ох, блин. Слышь ты. Так, сейчас ее уже близко. А, миссия с велосипедом самая легкая. Почти. Найти велосипед, это самое тяжелое, говно. Куда? Куда ты приедешь? Я оттуда заеду туда. Нужно уже туда заехать еще. Блин, забыл. Проворонил поворот. Давай, заезжай. Ты заехал? Я на грузе. Я заехал уже в этот двор. Что ты где там? Ты куда уехал-то? Надо было в этот кругляшок. Какой надо кругляшок? Ну вот это здание большое. Лос-Сантос Фор. Форал какой-то. Ну, кабачок, ну я первее тебя, все, я тут был. Ладно, пофиг, это чуть-чуть не удалось, давай другие тачки возьмем сейчас. Давай. Смотри, давай начилить. Не, начилить фигня. Не, давай. Все, прикольно будет. На Ниссанах, Скайлайнах. Стоп, я хочу себе. Ну ладно, давай черный цвет поставим, да? Нет, синий цвет. А, ну да, синий цвет. Синий ей больше подходит. Белый. И все, погнали. Тюнинг не ставим. Нет, я не ставлю. Все, раз, два, три. А что ты делаешь? Тюнинг что ли ставишь? Нитро. Ага, нитро, я тоже сейчас нитро поставлю. Все, я прокачал. Давай. Раз, два, три. Блин, я не ту кнопку нажал, не на ту. Стой. Не старт, давай заново. Куда мы едем? Заново, давай. А, да, я забыл даже, куда мы наедем. Чилит. А, ну да. Давай на чилит. Так что давай. Стоп. Не, пока нет. А, понятно, все понятно. Давай. Раз, два, три. Поехали. Все. Опять я вырвался вперед. Так, да. А уже забыл куда ехать, надо прям туда. На чилет ехать прям туда. Я тоже забыл куда ехать, кстати. Ах ты, собака, подрезаешься. Слышь. Иди сюда, я тебя еще догоню. Я тебя еще догоню. Сам играл. Так.
так, 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 хотел сократить, да? А не получилось себя сократить. Блин! Прощай. Остановись чуть-чуть, подожди. Не, надо. Это гонка, это гонка. Понимаешь, когда-нибудь я еще дал волку, и еще где не дал волку, не ждали. Да, ждали, дебил. Нет, не ждали, я не люблю. Да ты забыл уже их давно. Да нет, я недавно смотрел. Вчера тут... Я прям всем ехал в эту маленькую захолу, которую зачем ты так ставить? Ну, нет, короче, 140 я буду собрать. Ох, нифига! Ох, нифига, сейчас воду влечу. Поеду да там уже. Стоп, как была попадила, только очень быстро. Сколько там тебе надо? Валим быстрее! Нифига. Блин. Так, стоп. Да нет, давай заново ко мне подъезжаем, ты уже давно отстал. Нет, это гонка, это гонка. Какая гонка нафиг, она нечестная. Ты меня подрезал. Как? Я тебя подрезал. Ты понимаешь, езжай ко мне. Так, друзья, продолжаем. Мы с Дмитрием взяли 535-й БХ и это. И поедем на Челябинск. Сейчас я тоже прокачаюсь. Прокачка. Нитрач, спойлеры, донос, колесики и за ним. Ладно, все, на раз, два, три. Как и договаривались до Челябинска? Прям до верхушки, прям до верхушки. Ой. Раз, два, три. Блин, у меня оно что-то задрифтило. Оно... Не. О, тут чуваки. Да ты опять уехал, блин, у меня тачка. Да ты стал задрал уже. Давай новую тачку возьмем. На стоках конять будем. Я 535-ю блоку взял такой же. Давай возьмем. Да что возьмем. Кабана. Давай, кабана. Прокачивать не будем, задолбал уже. Вот да, такой же цвет, все, серый, погнали. Так, друзья, продолжаем, сейчас выйдем на трассу и погоним. Так, давай сюда, все, ко мне. Раз, два, три. Давай. Я забыл, где это все челяк нафиг. А, ну туда прямо. Так, сюда. Блин, плохо, что ночь, надо днем устраивать гоночку. Так. Ну, где-то ближе к утру, где-то часов 5-6. Так, гоним. Челят уже поблизости, он поблизости. Это он, да, наверное, да, это как он. Так, а, это по... Тут надо проехать, в это, по... Тут. Да, под Череда надо проехать тут, вот тут, в тоннеле. Надо под тоннелями проезжать. Где ты там уже? У тебя что, вылетело, что ли? Да. Ну вот ты лошара, второй раз вылетает за 23. Так, друзья, сейчас мы уже это... Вот такая серия вышла, уже конец, да? Конец. И полетели, ты с тобой всегда, с твоим компом говняным. Так, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока-пока, друзья.